Так со мной жена Андрюк. Андрюк, это фантом. Он в списке есть, да? Зарина, он в списке есть? Он в списке есть? Он в списке есть. Это ко мне пришли. Я здесь работаю. Да, я попросил, чтобы человек ко мне подошел. Ну, пусть человек. Потому что ты не можешь для меня отречество делать свою работу. Ну, замечательно. Значит, вы должны делать свою работу где-то в другом месте, правильно? Как? Я здесь работаю. Здесь незаконно занимает муниципальное учреждение культуры здание. Видите, суд разберется, кто законно, а кто незаконно. Ну, вот второй. Паспортные данные ваши запишем, и сейчас вас опросит полиция. Полиция здесь как раз приехала. Сейчас мы вас запишем. Да, запишем и опросим. Пошел в данные. Пошел? Да, пожалуйста. Так что будут. Хорошо. Паспортные данные ваши. Молодой человек. У нас пропускная система. Меня сюда по административным вопросам я пригласила. Центр культуры. Здесь не зона строгого режима, здесь открытое здание для всех желающих. Да что вы говорите? Говорите. Совершенно верно. Ко мне могут вы прийти. Скажите, вот свободу заберут. У вас как верить, люди? На... Тут у вас и свободный проход или не свободный? Совершенно верно. То есть кто-то у вас люди, а кто-то не люди? А в прошлый раз, 2 дня назад, был чужой человек. А это вот местный житель? Можно вопрос? Конечно. Он тут живет? Он тут живет, он в России. Вы не кидайтесь на людей. Все хорошо будет. Не надо. Будет все хорошо, в России. То есть вы нигде не знаете, где такое написано, да, что можно иметь право установить здесь режим. Закончили. Этот режим мы не может... Записывай, записывай. Только руководитель. Как вопрос? Ощутили вы понимаете? Да, пойдем с вами. Пойдем. Привет всем! С Новым годом, 2021! Счастья, здоровья, успехов! Всем! Присоединяюсь.